Дорогие друзья, вот и пришел Новый год. Пусть сбудутся в нем все ваши надежды, все ваши мечты, даже самые сокровенные. Будьте счастливы. Позвольте пожелать вам новых свершений, новых открытий, новых творческих успехов и, конечно же, мирного неба над нашим большим прекрасным домом. А я желаю вам мечтать, так мечтать, любить, так любить, а веселиться, так веселиться. С Новым годом! С Новым годом! Thank you.
бары сели на поляны. Чтобы не было беды. Ой, леска, река, да зеленая лука. Ой, лега, левее, подпевай веселей. Не давайте нам обедать, не давайте чаю пить. Только дайте разрешение на улицу ходить. Теперь новые законы, теперь новые права. Если парень не подходит, подойдет. Канала, как ушел тебя копал. Шел миллионы на свидание, головой туда попал. Ой, лес, далека, да зеленая лука. Ой, лега, левее, подпевай веселей. А старый куда положи уже того. С боку на бок повернется, рядом нету никого. Пойду к речке в проруби, вокруг нее побегаю. Ой, лес, да река, да зеленая лука. Ой, лей, да лей, подпевай веселей. Заиграйте веселей. Нечего печалиться. Мало ли чего бывает. Мало что случается. Мало ли чего бывает. Мало что случается. Мало ли чего бывает. Мало что случается. Происходит в Новый год. Почему мы так любим этот праздник? Как... Тайна сия велика есть. Наверное, потому что вот на эти несколько часов мы можем вернуться в детство. В мир сказок, в мир чудес, добрых волшебников. Только правда? Абсолютно между нами. Я до сих пор верю в чудеса. А я, простите, неисправимый реалист. Хотя в новом году со мной тоже происходит что-то странное. Вот это что-то и есть, как вы сказали, возвращение в детство. А мы не ошибаемся. Можно вернуться в детство. Нужно. Обязательно. Непременно. Ну, хотя бы на несколько часов нужно вернуться в детство. И поверить в чудеса, в то, что человек может все. Без этого просто невозможно. И все-таки я хотел бы вас вернуть в действительность. Мы забываем, друзья, что... Новый год. Да не волнуйтесь. Вы первый раз на Деньке? Да. А вы? Я тоже. А вы? Ну, я второй. И тоже волнуюсь. Да. Но все будет хорошо. Все будет хорошо. Я на прошлом Огоньке был... Звездочет. Звездочет. Сейчас только между нами, абсолютно между нами. Я хочу остановить прекрасное мгновение. Открываю новогоднее фотоателье. Сюрприз. А можно я на этот Новый год... стану той, которую я люблю с детства. Которая творит чудеса. Которая помогает влюбленным. Феи. Доброй феи. Можно? А вы? Если вы позволите, я буду вашим верным рыцарем. Минутку. Минутку. Улыбки ждут меня вокруг, я их увековечу скоро. Имейте выдержку, мой друг, замрите так минут на 40. Момент удастся уловить, окупится вполне терпение, готов для вас остановить одно прекрасное мгновенье. Я времени могу замедлить бег, любой портрет не старится с годами. Давай на память добрый человек, улыбку человечеству подарим. Давай на память добрый человек, улыбку человечеству подарим.
Живой огонь в глазах друзей украсит самый скромный снимок. Давно пора открыть музей изящно-озорных улыбок. Ваш крупный план неотразим, им можно вечно любоваться. Итак, прошу, изобразим улыбку 9-12. Я время не могу замедлить бег, любой портрет не старится с годами. Давай на память, добрый человек, улыбку человечеству подарим. На память. Это мы? Простите, но ваш фотоаппарат с дефектом. Эффектом. Сюрприз. А. Действительно, сюрприз. Спасибо.
Конечно, понятно все. Я же поэт. Сейчас я прочитаю вам свои стихи. Некоторое количество, которое я тут недавно написал. Ну, например, вот. Зеленой синевой краснеет сочепыжность, белеет чернотой сиреневый желток. Роднит людей космическая сопричастность, восточит запад, западит восток. Хорошие стихи, мне нравятся. Вы знаете, меня часто спрашивают, говорят, Толя, меня Толя зовут. Говорят, Толя, а об чем ты пишешь? Я говорю, об всем. Да. Пишу про человеческую некоммуникабельность. Правильно, молодец. Вот. Ну, пишу про разное, в общем-то, про любовь, там, к, вот, как же ее зовут? К женщине. Да. Ну, а как же? Ну, я ж бываю это везде, на Смоленщине, на Брянщине, на Орловщине. А тянет все-таки к женщине. Да. Вот недавно меня тоже спросили, говорит, Анатолий, не можешь прочитать свои стихи, вот эти вот из цикла «Времена года»? Ну, вот эти, «Что-то стало холодать». Я говорю, ребята, это же старые стихи. А у меня сейчас целый сборник появился, огромный, двухтомный. Называется «Ручки зябнут, ножки зябнут». Ну, это сами потом прочитаете. Вот. Ну, вы знаете, еще меня спрашивают, как ты относишься к критике? Как ты относишься к товарищам своим по искусству? Я говорю, критику я ее просто люблю, понимаете? А товарищи своих по искусству я просто всех поголовно уважаю. Я у них самый задушевный друг. Вот. Ну что, например, стихи разные пишу. Тут один критик на меня написал, на мои стихи. Я ему, конечно, ответил. Жене показал, моя прочитала, говорит, ну, Шурик, ты, говорит, гений про меня. Вот. Ну, и так неудобно, понимаете. Так-то меня Толя зовут. Ну, так Анатолий Сергеевич это... А когда Александр Сергеевич, совсем другое. Ну, любит меня, понимаете. Ну, недавно тоже меня спросили, говорят, Анатолий, скажи, вот поэтами рождаются или становятся? Я говорю, кто же может вот таким родиться? Не, серьезно, я сам родился, помню, но просто круглым сиротой. Да. Ну, вот стихи, например, у меня есть про дружбу. Не слышали вот эти вот, например, говорят, не имей 100 рублей, а имей, говорят, 100 друзей, но не надо мне 100 рублей. И не надо мне 100 друзей, мне нужен один дружище, который может дать 1000. Ничего, стихи, правда, мне нравятся, очень хорошие стихи. Главное, чтобы мне нравилось. Вот недавно тоже сочинил стихи про птичку, но это из лирики, это я вам доверяю, как друзьям просто сейчас прочитаю. Если птицы отрезать руки, если ноги отрезать тоже, эта птица умрет от скуки, потому что сидеть не сможет. Спасибо, спасибо большое за внимание. Вынужден прощаться. Все как в сказке. В сказках говорят стихами, загадывают загадки, а добрые феи иногда и поют. Да? Да. Ну хорошо, я вам тоже спою одну песню о сказке. Хорошо. Нет пути, чтоб не устали мы ни разу. Нет пути, чтоб весь пройти до цели сразу. Без желания отдохнуть хоть полчаса. И без тайны вечной веры в чудеса. Без желания отдохнуть хоть полчаса. И без тайны вечной веры в чудеса. Чистой краски, в царство доброй, мудрой ласки нас влечет. Спасибо сказке и бессильный здесь года, чтоб смеяться без опаски,
без приросшей чуждой маски, что всегда возможно в сказке, а не в сказке иногда. И не надо в сказку очень уж надолго, нам бы час пожить, как в сказке, да и только. Нам чуть-чуть бы пригубить ее вино и опять вернуться в то, что суждено. Нам бы только прикоснуться к ней чуть-чуть, аромат ее вдохнуть и снова в путь. В мир лучистой, чистой краски, в царство доброй, мудрой ласки нас влечет. Спасибо сказке, и бессильны здесь года, чтобы в жизни не случалось, лишь бы сказка не кончалась, лишь бы с нами не прощалась, не прощалась никогда. Да, теперь я понимаю, почему вам так хочется верить в чудеса. А вы до сих пор в них не верите, да? К сожалению, нет. Ну-ка, посмотрите, что это такое, как вы думаете? Это зеркало, а это телефон. Нет, все вместе это видеотелефон. Что? Не верите, конечно. Нет, не верю. Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ли на свете всех милее? Всех румяней и белее. Ты прекрасна, спору нет, если рыцарь твой мой свет верить станет чудеса, всех затмит твоя краса. Вот теперь я верю. Верите, ну прекрасно, наконец-то. И вы тогда тоже можете воспользоваться вот этим моим чудом. Да? Да? Значит, я, если наберу номер, значит, могу увидеть, кого захочу? Нет. Только тех, кого захотят вместе с вами увидеть телезрители. А. Хорошо. Алло. Добрый вечер. Спасибо. И вас также. Всего самого доброго вам в новом году. Как, разве вы нас видите? Ну, я и не предполагал, что на огоньке существует видеотелефон. У нас даже такого в космосе не было. Спасибо, спасибо. Всего самого доброго вам. Всему огоньку и всем зрителям, телезрителям. Самые добрые пожелания. Спасибо. Всего самого доброго. Кто звонил? Дед Мороз. Слушайте, вы посмотрите, что творится. Кто это? Это кто к нам прибыл из космоса? Жан-Лоу Кретен, когда к нам прилетел, то я прямо скажу, он когда вошел в ПХО, всплыл, напугал. Я аж передернулся. Это был самый страшный случай. Ну что, друзья, поднимем бокал. Вот как подошел Новый год. Так что давайте, стоя, встретим его, чтобы он был славный, мирный. И наша семья, нашим семьям принес только радость. За щедрый год, за богатый, хороший год, да? С Новым годом, с новым счастьем. С новым годом. С Новым годом. Ну и в качестве новогоднего подарка хотелось бы передать всем телезрителям прекрасные виды нашей земли. Лей, лей, дождик веселей, пой, пой, песни соловей.
большой планете людям слезы не нужны. Все, все взрослые и дети взяться за руки должны. Здесь, там, реки и поля, всем нам родина земля, о дружбе никогда не смог. Слайды, слайды, слайды.
хотя порой мы в это верим слабо. И все-таки любовь, цветное таинство, спасибо ей за праздничные слайды. Очень приятно. Да. Здравствуйте. Да, да, спасибо. Спасибо, спасибо. И вас также поздравляю. Да, спасибо вам. И передайте всему. Да, всему огоньку передайте. Самые добрые пожелания. Да, и здоровья, конечно. От этого никто же не отказывается. Конечно. Только разве что только что очень здоровые люди. Да, слишком здоровые. Ну что же, фрагмент из моего последнего выступления в концерте. С удовольствием. Слушайте сюда. Никого не слушайте. Мы на нашего директора молиться должны. Если о нем говорят плохо, это только потому, что если о нем говорить хорошо, его тут же заберут туда, нам пришлют другого. Мы этого не выдержим, потому что мы нашего дорогого директора горячо любим. А кто его не любит, тот обожает. Мы при нем добились таких успехов, о которых ему даже боятся доложить. Так я когда-то мальчишкой говорил о своем директоре. А сейчас у нас директора. У нас уже такое количество работает в счет будущего года, что неизвестно, кто будет работать в этом году. Ну, наш директор, он же всем верит. Он верит всем. Он спрашивает у рабочего, почему ты позавчера пришел не вовремя на работу? Тот говорит, автобус сломался. А вчера почему опоздал? Так сломался же. А почему сегодня пришел на час позже? Все четыре колеса. Этот рабочий переломал столько автобусов, что такого количества автобусов еще в нашей стране не производили. Директор верит. Он спрашивает у инженера, почему ты вчера пришел не вовремя на дежурство и вообще не явился? Тот говорит, автобус сломался. Тот говорит, простите, тот говорит, провожал тетю Феню, допустим. Ну и что? Ну в последний же путь, позволь, последний путь ты провожал тетю Феню на прошлой неделе. Тот говорит, так вы же тетю Феню не знаете. У нее же 8 пятниц на неделе. Директор верит. Так думают о директоре все. А директор что думает? А директор думает. Я вынужден верить. Иначе я должен всех выгнать с работы. Директор, что сейчас директор может? Взять нужного человека? Не может. Убрать ненужного?
не может, наказать рублем не может, наградить, тем более. Мало того, каждый шаг директора под надзором, все за ним следят, все. Партийная организация, профсоюзная, комсомольская, пионерская. Орет на коллектив, запугивает, не орет, боится. Хорошо одевается пижон, плохо одевается жмот. Улыбается секретарша, заигрывает, перестал улыбаться, доигрался. Орет на коллектив, запугивает. Все, кому не лень, все его поучают, все. Такой карапуз. Если бы я был директором, в литературной газете рубрику такую завели. Если бы я был директором, а вот взяться и назначить. Пускай себе на здоровье нервный тик зарабатывает. Кем я работаю? Вы что, не поняли? Директором? Вот так. Желаю вам, дорогие друзья, чтобы у вас был директор, который не испытывает подобных трудностей. Желаю вам и вашим семьям радости, добра и здоровья. И счастья в новом году. Thank you.
Союза Аркадий Райкин. Дерево жизни. Какие разные плоды растут на этом дереве. Здесь плоды трудолюбия и плоды лени, плоды принципиальности и плоды приспособленчества, плоды раздумий и плоды глупости. Да-да, глупость тоже приносит свои плоды. И, конечно, вы знаете, что в самой сердцевине этого плода сидит дурак. Прям в середке, в серединке, в серединочке. Мы это не скрываем. Мы с дураками боремся. Мы ведь, как говорим, нашему институту дураки не требуются. Или на нашем заводе дуракам не место. Значит, вот, на нашем заводе им не место. А где им место? На другом заводе? А там своих дураков хватает? Причем то, что они никому
не нужны, это понятно. Любому дураку. Ну куда же их девать? И где? Где же найти место, скажем, вот для такого придурка? Ой, было. Вкалывал я на одном ящике. Ой, вкалывал. Электромонтером. Слушай, однажды дал не то напряжение. Но я же дал. Я же ничего не взял. Ну, немножко я напряжение завысил. Но я же план перевыполнил. У меня по плану 220 вольт. А я им дал 1000. Думаешь, кто-нибудь спасибо сказал? Бегут, кричат, ты что, дурак? Ты что с нашим ящиком сделал? Ой, пол ящика осталось без крыши. Космонавтов не дать. А другая пол ящика без премии. Иди, говорят, отсюда, посой свиному. Что ж я с голоду помер, да? Что ты? Что ты? Корешок ты мой. Я себе такую работенку нашел послаще, чем в ящике. На кондитерской фабрике. Меня на торты поставили. Крем давить. Знаешь, я на тортах сказка надписи кремом писал. Возможно, я не писатель. Возможно, но я же писал то, что думал. За что же меня оскорблять, мастер? Бегит, орет не человек чистым голосом. Ты что, дурак? Тебя, говорит, этому в школе учили. Ты что, говорит, не знаешь, что сказка через «зе» пишется? Ну, я ему показал, какой я. Дурак я на остальных тортах. Такое написал, что не в сказке сказать, не вслух произнести. Ежели произнесть, можно на 15 суток сесть. Ну и что, опять выгнали меня, опять соображаешь, да? Посой свиньи мой, что ж я на улице замерз, да? Да, как говорят древние греки, накося, выкуси. Я себе такую работенцию и надыбал я на этой работе. Впервые в жизни себя гомо-сапиенсом почувствовал. Это в зоопарке было. Слушай, в зоопарке однажды забыл запереть клетку у льва. Вырвался лев, зараза. Стал приставать к одной женщине. А я причем что? Я к ней приставал? Меня там вообще не было, я на перегонке с бегемотом плавал. А то, что он из клетки вырвался, он же хищник. А то, что он за этой дамочкой погнался, может, она сама виновата? А зачем она пальто из антилопы надела? Надела бы, как все нормальные люди, телогрейку. Лев бы со страху помер. А они мне кричат, ты что, дурак, на тебе характеристику. Иди отсюда, и пойду. Ибо у меня в характеристике не написано, что я... У меня написано... Жаль, читать не умею. Кончается хорошо, морально устойчив. Так что вы все за меня не переживайте. И в голову не берите, без работы я. Никогда. Ни за что. We'll be right back.
мой милый рыцарь. Я жду от вас чудо. Моя прекрасная фея. Ведь я убежденный реалист. Ну как же? Родная, включите Киев. Радуйся, ой, радуйся, земле, рік новий народився. Застеляйте столи та все кіли мами, радуйся. Дорогие товарищи, хочется верить, что все новогодние пожелания сбываются. И поэтому примите от нас, с Украины, самые сердечные, самые искренние пожелания. Будьте здоровыми и счастливыми. Як кажуть у нас на Україні, щоб ви були молоді, як весна, красиві, як літо, щедрі, як осінь, і здорові, як зима. З Новим роком! Стучались, да не стучат. Полно молодец.
кричат, а паутиночка за мной тянется. Я всех забуду, один останется, а мне нужен один всего. А без него не надо ничего. А лето мило, а осень длинная, прилипла к платью да паутиною. А с кем застанет меня зима? Про то не знаю я сама. Мною тянется, я всех забуду, один останется, а мне и нужен один всего, а без него не надо ничего. Групповой портрет. Кто желает? О. Портрет квартет. Модит ли чего? Модит ли на свале? Вай-вай, у отца потом у сына вай-вай. Сколько раз они слыхали вай-вай, по-грузински слово наливай. Сколько раз они слыхали вай-вай, по-грузински слово наливай. Как-то раз на имени на вай-вай. Кто-то вспомнил о кувшина вай-вай. Из какого пить кувшина вай-вай? Балаконы для грузина вай-вай-вай-вай. Из какого пить кувшина вай-вай? Балаконы для грузина вай. День гуляли, два гуляли вай-вай. Молока не наливали вай-вай. Неизвестно в чем причина вай-вай, но разбили два кувшина вай. Неизвестно в чем причина вай-вай, но разбили два кувшина вай. Thank you.
все кувшины, вай, вай. На Кавказе много глины, вай, вай. Сегодня вечно все там будем, вай, вай. А пока послужим людям, вай, 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 вай. Сегодня вечно все там будем, вай, вай. А пока послужим людям, вай. Прекрасная фея. Хотите еще одно чудо? Конечно, хочу. Прошу. Вильнюс. Никаких преград не существует, поверьте мне. Особенно в новогодние ночи. Thank you.
С Новым годом. С Новым годом. Маска, я вас знаю. Вы Евгений Райков, народный артист Советского Союза. Вы правы. Я вас тоже узнал. Не уверена. Я люблю вас. Я люблю вас, Ольга. Как одна безумная душа поэта. Еще любить осуждено. Всегда везде одно мечтание. Одно привычное желание. Одно привычная печаль. Я вдруг был тобой пленённый. Сердечных мук еще не знал. Я был свидетель умилённый твоих младенческих забав. В тени хранительной дубравы я разделял твои забавы. Ох, я люблю. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая так, ни час разлуки, ни веселья шум не отрезвет души сокрыты девственным любви. Видите, вы ошиблись. Спасибо вам. Но стоит на любви взглянуть, как все растет по мне, и крылу не взглянуть.
Это итог прошедшего и планы будущего. Но при всем этом душа человека, она способна радоваться и огорчаться. Мы вспоминаем близких и далеких. Мы помним далекие границы нашего Отечества, плавающих, путешествующих. Все сегодня думают о родине, о Москве. И вот сегодняшний вечер, он не только в нашей квартире, во множестве, где будут славить, радоваться и вспоминать добром тех, кто заслужил это. С Новым годом, дорогие товарищи!
Мне поручили здесь, на «Голубой огонек», собрать моих коллег и друзей из Московского театра сатиры, вот, и сказать им, по какому поводу нас позвали. В последний момент это произошло, и я действительно, я не шучу, но так бывает, только сейчас всех увидел. Вот это известные вам люди. Не надо закрываться, нас здесь официально позвали, не закрывайтесь. Вот, ничего страшного нет. Спартак Васильевич, не надо, откройтесь. Вот, значит, друзья, на «Голубой огонек» в каком виде, так сказать, нас здесь мечтают, что ли, видеть? Да, вот это очень важно. Одну секундочку. Вид, очень Оленька, важно. Я хочу сказать... Как женщина, потому что это очень важно. Как человек выглядит. Вот в любой передаче, я вот не любитель футбола, а вот последний матч из Валенсии передавали, вот «Спартак» играл. Вы помните, как выглядела Далида? Вот казалось бы, не девочка, а какое платье было. Вот здесь вот два разреза. Клин, а Майоров вот не вписался. Олечка, одну минуточку, счеты. Это замечательно. Понимаешь? Разрешите, я вам расскажу, в чем дело. Зачем мы ведущим? Причем здесь это? Я не об этом, но когда я был ведущим, я хочу сказать, что вот маленькое здание, маленькая концертная площадка. Так. И конферансье выходит, цок-цок-цок-цок-цок-цок, из кулис, маленькое расстояние, микрофон, цок-цок-цок-цок, добрый вечер, здрасте, и цок-цок-цок-цок. При чем здесь это, Михаил? Когда я был ведущим. Одну минуту, что вы спрашиваете? Можно попить. Да пейте, что же спрашиваете? Да. Друзья, одно слово. А нас знаете, собрали, чтобы... Борис Васильевич. В 1840 году Жорж Санд писала Шопену. Фредерик писала она. А вот... 100 лет спустя дочь Марии Складовской-Кюри, Ирен Кюри, писала мужу, тоже под Новый год, мужу Жюля Кюри. Она писала ему так, Фредерик. Борис Васильевич, может я скажу, зачем мы здесь, чтобы зря так сказать? Конечно. А? Логично. Товарищи, знаете, что я что хочу сказать к этому. Я, может быть, сейчас просто не смогу всего, но я тут на днях был в гостях, я не могу сказать где, но там был один мой школьный товарищ, я не буду называть фамилии, но мы с ним успели перекинуться. Да. Я сейчас не могу сказать чем. Вот. Одну минуточку. Может, я скажу, что, Спартак Васильевич? Можно попить. Да пейте. Вы налейте сразу побольше. Конечно. И, чтобы не спрашивать. Можно я скажу, в чем дело, да? Все-таки, одну секунду. Не отказывайся от этой мысли, вот что я сказала. Вот, Олечка. Далида. Ведь я говорю, девочка, спортивная форма. Она же, как она простояла весь первый тайм, пока не забили гол. Ведь только тогда ее заменили на Шарля Авзнаура. Да. А вот этот Майоров, ну не вписался. Можно я скажу, в чем дело? С этим просто счетом, я был ведущим. Вы уже говорили, при чем здесь это? Я хочу сказать, ну возьмем концертный зал, консерватория. Так. Выходит ведущий, цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Уже цокали. Микрофону. И говорит, здравствуйте, Чайковский, Полонез. Агинского. Да. При чем назад. Может обдумать следующее. При чем здесь это? А когда я был... Что ж, Спартак Васильевич, я прошу прощения, попить можно. Да, пожалуйста, пейте. Сразу побольше наливайте, что ли. Вот друзья, Борис Васильевич, одну секунду. Борис Васильевич, Агата Кристи, вы поймите, я скажу, и будет понятно, о чем нам дальше. Закончу мысль. Ну? Агата Кристи под Новый год, так. Ну, Агату Кристи, слава богу, знаете, да, ну, при чем здесь, 85 детективных романов. Ну, это да. Ну, вот она, полемизируя с Семеноном, под Новый год она как раз писала. Она писала так просто. Напишет Жорж. Ну, понятно. Вот. Борис Васильевич, можно я скажу? Да. Если вы мне не дадите сказать, бессмысленная беседа. Что-то я хочу прорваться. Вы вот Зиновий. Я же это же не случайно. Там же в гостях была одна дама. Вот. Неважно чья. Но она мне просто доверительно сказала, я не могу сказать что, но звонили. Я обещал не говорить, куда. И там, неважно откуда, но сказали. Одну минуточку. Понятно. Что? Можно выйти. Идите, конечно, идите. Дайте мне сказать. Нет, мы так не договоримся ни о чем. Олечка, ну я умоляю. Ведь тоже же не мальчик. Ну не мальчик. Не мальчик. Да, не мальчик. А когда он вышел, когда он остался один на один со зрителем, а сзади выстроилась стенка запасных из кордебалета,
Олечка. И этот майор, ну не вписывайся. Дайте я скажу. Вот чтоб ты не друзья, впал в эту ошибку. Вы напрасно тратите время. Вы говорили уже, причем я не об этом. Ну, возьмем Борец спорта. Ну, Борец спорта уже, конференция выходит уже 300 метров до микрофона из кулис. Он идет чок-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 ч
мне не даете сказать. Вот Борис... Это Лилиан Войнич. Так. Ну, автор знаменитого романа «Вой», да. «Овод». Да. Надо сказать, что она прожила около 100 лет. Так вот, она, когда в своем письме под Новый год... Борис. Да. Так, угу. Да. Так она, значит, в письме под Новый год к Хемингуэю... Борис Васильевич. А? Она так прямо и сказала. Кошмар. Эрнест. Вот. Эрнест. Вот это жажда. Да. О. Ой, спасибо. Пожалуйста. Ну, я вас слушаю. Еще? Да. Тут нету. Разрешите я скажу что-нибудь, а? Да. Потому что... Если я есть и дама, объясните, дайте мне, и дама, вы посмотрите, что это дело. Дело в том, что когда я был ведущий, нет, одну секунду, и дама сказала, я выходил, да, говорил, и там, куда она звонила, там прямо сказали, про нас сказали, если, говорит, они, но здесь не время и не место уточнять, кто они, то есть мы, я надеюсь, понимаю, что здесь, сейчас, вот, этого не сделаем, я не могу... сказать чего, то за нас на огоньке и это сделают другие. Да. Вот только я действительно не знаю, кто. Так, ага. Я... Что? Можно выйти? Нет, нельзя. Товарищ, вы меня выслушайте, пожалуйста. Амирей Маче! Одну секунду, во втором тайме! Вы помните, что это было? А? Вы ставите себя после того, как она взяла это этот удар на себя, как она запела. Ава Мария! Нет, это потрясающе! Ведь все-таки это же сила. Вот число футбольных болезней сейчас растет. Я вас знаю, что теперь на полуфинале. Вы знаете, что на полуфинале? Кого они выставляют? Сборную. Барбара Стрейзенд будет. Будет. Лиза Минелли, да. И этот самый уговаривает Раймонда Паулса. Если вот это футбол, скажу, такой футбол нам нужен. То время такие кончится. Такие передачи нам время, нужны. Время. Пожалуйста, Александр, что-то сейчас время кончится, и мы не договоримся. Что? Нас сейчас вырубят, понимаете? Так, а дело в том, что я вас собрал для того, чтобы предложить вам от имени Огонька поздравить телезрителей с Новым годом. Такая простая. Как я могу говорить? Слово тебе рта не даете, а ты сказать, время кончается. А я же уверен, Михаил Михайлович, держали, да? Как, вот, вы же были ведущие. Как ведущий, я могу пожелать всем так. Быть ведущими во всех вот делах Нового года. А? Спартак Васильевич хотел бы выпить, да? Но только не воду, конечно. За здоровье всех присутствующих телезрителей. Ольга Александровна, да? Женщинам что пожелать. Вы пожелали бы? Ну, выглядит так, как, ну, хотя бы Долида. Долида. Я уже не говорю о Мирей Матье во втором. Да. Если вы... Нет, ну я бы, если конечно, бы вам позвонили. И позвонили бы и сказали, я бы просто бы... Да я и так от всей души хочу пожелать, чтобы все были здоровенькими. А вот, Борис Васильевич, вы же хотели сказать вот эта цитата, как она? Ну, классика. Ага, с Новым годом. Да нет, ну это... Что-то интересное. С новым счастьем. Совсем другое дело же, конечно. Я думаю, что все мы присоединяемся к Борису Васильевичу и желаем, что? С новым счастьем. Вот. С нет, Новым да. годом! И счастьем. Dříve než půjdem, jsme tady zas, posilit fluidem a potěšit vás. A když to rozjedem, šampán je pav. S jistotou střelců pěstujem šprým, od neumělců se lišíme tím, že když to rozjedem, šampán je pav. Ctitelé nám až do dne spíšou, z Crazy Horse i z Bokanča. Monaku, jak známo, přišou, kněžna Grace v gala udělala hačača. V kumštu, kdo umí, jak je zdá star, nuly těch jsou sumy, však nás jen pár. A když to rozjedem, šampán je pav.